достаточно условие. Вот фи по поводу нулей, да. Оно всегда как существование, выполнение достаточного условия. Если вот это же, тогда разрешимо. Да. А когда вот это достаточное условие выполнение? Когда выполняется? И лучше задайте Валентин Васильевич. Ну, как проверить выполнимость этого условия? Вот есть, если вот это секвенциальное достаточно. Ну, давайте мы ее сформулируем, но это долго. Долго, ну ладно, хороший. Кулуар.